Привет всем модным пончикам. Сегодня мне принесли вот буквально сейчас такой каталожик Oriflame. Так, не знаю я, что делать, мне заказывать или не заказывать. Сразу обратила внимание на это жалостливое лицо. Этот актер сейчас где-то все мелькает в каких-то фильмах, сериалах, но он мне так напоминает Пятачка. Такой жалостливый. Что заказать из Oriflame? Тем не менее, вопрос. Может быть, конечно, стоит что-то заказать, или все это туфта полная. Это, пожалуйста. Может быть, что-то, конечно, закажу на 23 февраля, но, на мой взгляд, это достаточно примитивный муляж, так сказать, косметики. Побаловаться, конечно, можно, но... Ну, слушайте, опять стрельцо, весь этот самый. Мужская косметичка вот здесь, кстати. В Allure, в журнале, в последнем выпуске написано, что на 35 миллионов рублей, что ли, было продано мужской косметики в 2012 году. Вот такая... Тут много-много-много всего. Я ничему не доверяю. В общем, напишите, кто любит Oriflame, что заказать-то. Что заказать? Вот. Ну все, жду комментарии.